Я готов. Так. Ну не то чтобы прям пинает, знаешь, чисто так. Подпинывает, подпинывает. Ну, да. На, это... Я надо делать? Я такой смотрит на меня, я уважаю, я говорю, ты ебанут. Я сгладишь чел, блин. Я так понял, спаун опять из этих, да. Из этих. Я загрузку на держи. Загрузка на Жералде, конечно, была, блин. Чел, нахуй. Долгая загрузка, если чё. Но не 1.29, конечно. На, не наш 1.29 тот самый. Хотя нормально, 1.50 где-то даже. Машины, пожалуйста, не будьте ебучими. Okay, let's get your getaway. О, нормально. Копы, 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 копы. Что за десворпы такие, блядь? Андрей? Ты быстрее донесешься. А нахт умер? Я заспаунил, знапти. Я не туда варпнулся, из-за этого я заспаунил, знапти. Ну, наверное, я варпнулся туда, чтобы у нас как раскопы зарегало, ну, блядь. Я просто решил чуть-чуть дальше зайти. А кто умер-то, блядь? У меня зарегало, блядь, на доме, нахуй. А я не понял то, что я на доме, блядь. Ну что, все равно левую беру, или... Вот. Я могу... Да где... Ты ни разу здесь не был первым. Ладно, Шерль, тебе все верю. Не, я копов. Я... Как это работает? Я не знаю. Почему у меня всегда копа? Неважно, я первый или нет. Они, по-моему, не заспаунились. Но скопы не заспаунили. Не то чтобы я был недоволен, конечно. Это мем. Они закончатся у меня, да.
нахуй мою игру сломали. Скажешь, когда оставил. А то что? Все равно каким-то образом не лучше нас. Ладно, Market Weapons, погнали. О, на чем все обычно руинится? Ну, необычно. Hey, блять, что-то другое, слушай. Да, да. О! Вагаса. Кулио, я бы сказал бы. Самый удобный вариант, как говорится. И теперь нас должны в городе еще вспомнить с этих таких уже хакинг говно. Что прям было идеально. Сопьют тебе придется лететь, я ебал. Не так далеко, конечно. Да похуй, если на тюремке, то я тоже быстро пройду. Да. А, стоп, в другом... А, там, всё. Блять, я нахуй заблочил тем, что ты меня лагаешь, лол. Тут кнопка. Ну да, да. Спрыгнуть. Что ты меня ропнешь? Ой, блядь. Нормально слез, нахуй. Чё, потанцевать нельзя, блядь? Чё, потанцевать нельзя, серьезно? Чё там, луки, карты, потом. Он что-то как-то странно говорит. Нет, твое, по-моему, твое, по-моему. Да, твое. Бля, Андрей, почему, сука, ты не идешь и не пиздишь, блин? Автозак? Автозак, ты что? Мы в России не живешь, бля. Автозак, к мало отношения имеешь. Прям секундочка за секундочкой. Лазеры эти, я вспоминаю, мне прям хочется... Блять. Плевать, блять. Если спеть эти лазеры выпадут, Андрей, мне похуй, я Куруму спавню. Спавник Куруму. Хотя они и Куруму взорвать могут, там есть челы, блять, с пулеметом. Ссать хочу. Придется под себя.
скажешь, когда тебе надо будет покинуть арену? Ну или когда ты подберешься, типа, эту хуйню. Короче, сейчас попу. Верю. Ну ты горишь, не гори, пожалуйста. Хакинг девайс. Интересно. Что там у нас будет? Вообще, если в Ньюс, то мы не должны переодеваться, правильно? Да. Ну, все, найс. Лапуэрта, ну, где-то должно было немного не повезти. Лапуэрта. Та самая Лапуэрта. В принципе. Блять! Не гори, чел. The Agent Body is abstracted. Да пошел ты в... Банус. Ты рофлишь? Ты подобрал пропуск? Нет, не подобрал. Есть тогда есть у меня. Плохо работал, за Эпсилон Програм. Чё, какой спаун? Я хуй знает, я не знаю. Там типа... Самый близкий выпуск. Самый близкий? Не, самый близкий. Просто, ну самый дальний, это прям надо пидарить вправо или влево прям там полностью. О, чел. Чел. Гидра, да так и не понадобилось нам пока. Надеюсь, не понадобится. Ебать, ты кэш скинул, блядь. Хуёво? За этим. А, блядь, сори. Да, это просто... Короче, надо как-то что, надо чуть дальше просто пролетать, типа. Скорее всего, на крышу не уронишь. Я просто боялся, что... Ну да, согласен, лучше уж так, чем на крышу. А на дрон? Ты летишь на обсерваторию. Yeah.
breaching the diamond's unbreachable security. За третьим ты летишь? Да. Лети, который ближе к тебе. Вот. Ну, Андрей, лучше мы же залусаем, знаешь. Лучше по КД лузать 20 секунд, чем иногда лузать 0, а иногда, блядь, 50, мне кажется. Ты, блядь, там не так много, правда, не 20. Я что-то перегнул толпу. Сука, где? А, вот так вот, окей, окей. Там нет. Стоп, я не понимаю. Лети, короче, ты за третий. А, хотя... Понял, все, он в воздухе меня решил. Лети за третий? Да, лети за третий, лети. Подобрать не можешь? Да, подобрал, подобрал, подобрал. Ну похуй лети за третий, похуй. Как получится. Я лечу так, чтобы, если что, к тебе на лицо. Найс кок. Спасибо. Ты что он сказал? Дэм, найс кок. Он типа сказал кар, но бля. Че ты рофлишь? У нас серьезный спидран, бля. Найс кок, блядь. Найс кок, да, а че нет, что ли? Вот ты видел? Вот и не говори, бля, не видел, не говори. Во. О, вообще. Получается гений этой игры. Ладно. Бля, не дай бог, сука, я, блядь, просто расстроюсь. Я, блядь, просто расстроюсь. Ну я рил расстроюсь, Андрей, ну. Я, блядь, просто расстроюсь. Ладно, все, отлично, это тот херовый, ну, бля, ну ладно. Лететь типа на Powerplant, как там, супер-пупер Powerplant, блядь. Оп, ага, наебалово. Ёб твою мать. Летим похуй. Летим, конечно. Нет, бля, резетаем, нахуй. Я не знаю, почему. Ты, может, блядь, надо все-таки даже когда он допиздит. И на чем может поменять. Надо было гидру взять. Откуда ты знал, что это будет, Андрей, такая говня? Да я и так знал, то, что это будет дальняя хуйня, либо душняя хуйня, либо, блядь, знаете что, блядь, так что надо было. Стоп, а там можно лазер спиздить у них с этого, с их говна. Да, с откуда с их говна? У них там лазеры не спавнятся? И именно. Ну, портят замку, да?
блять. Лазер это типа быстрее, чем гидр самолет. Но он. А, этот нихуя. Но он типа это не приземляется объективно. То есть типа. То есть я понимаю, да. Да ладно, эта херня тоже спавнилась, похуй. Да-да-да. Сам ров в том, что... Где-то чел! Ебать, где-то чел-то! Ебать, меня пизданул! Блять, опрессор! Нашел опрессор? Ну там в говне. В говне? Да, да, я бузер заспаунил, похуй на бузер теперь. Уверен, то, что он еще. Ладно, я думаю, добегу. Я просто не знал, где этот тип находится, блядь, ебучий. Челики, блядь, отстаньте от меня, пожалуйста. Такие душные. You piece of shit. No you. No you. Бля, всяко лучше, лучше уж лететь через полштата, блядь. Тем более это ближе, чем... могло бы быть. Unmarked weapons какой-нибудь. Что прикол этого спидрана в том, что пройти казино ограбления за самое короткое время, включая препы, все необходимые для того, чтобы пройти его. Ты можешь, блядь, не объяснять, будешь её запускать? Так я, блядь, бегу! Данлоадинг, у меня что-то с данлоадинг, ну чё, не поскачивать-то тупо. Кожаночка, блядь. Не нравится, сука? Нравится, красиво, красиво. Ну вот и все завалил. Но штанишки, блядь, не очень, а кожаночка норм. Это не штанишки даже. Я понимаю, что это, блядь, дети. Завык называется панталоны, блядь. Ай, какие. Чисто одноглазый, это я. Какой это я? Был? Самое лучшее время 32 минуты, что ли? Андрей даже заспаунился. Охуенно, блядь. Да, даже... Было профильно, если ты сейчас знаешь, сел, типа... на заднюю дверь право. Там еще время 30 минут, 50 секунд. Второе место 32 минуты, третье место 40 минут. 43 почти. Пиздец. Чё, залетаем? Ну, хотя ладно, рано, 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 рано. Этот рано топ-3 точно, но... если не вылетит нахуй игра. Stay calm. Сел? Я у тебя лага. Понял, все, ок. Вариантов нет. Что я у тебя на экране сделал? Врезался в тачку, остановился, нахуй.
Ты... Я тупой. Не ты получается? Никак не получается, да? О, откати, откати, откати. Ну, пару секунд. Бля, ты просто... Это не фарм просто. Ну, в смысле? Иди нахуй, чел. Иди нахуй. Чел, блин. Нахуй. Бывает. Мы же на серьезных щах должны это проходить. 10 секунд, бля, всего, Андрей. Серьезный щит, когда, блядь, типа ты... Ну, просто, ну... Такой, типа, ну, блядь, бля, хуйня, 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 все. Мы согласились, что это хуйня, типа, вы такие, бля. Сань, хуйня, Андрей, хуйня. Я такой, типа, я сори, все. Блядь. Готов убить? Да. Еще раз. Так, я меняю на микро СМГ сразу. Скажи, как стрелять в камеру. Нажимаю. Ёбаная, блядь, дверь, нахуй. Согласен. Блядь, если сейчас... И сейчас вылетят? Блядь, сейчас ты... Да, да, это так всегда, это так всегда, это так всегда. Нас, мне кажется, просто выкидывает из сессии и закидывает в него обратно, типа. Бля, ну у меня сердце прям встает. Ты ж понимаешь, ты 28 минут. Ты бись, чё проходит, да. Ты кся права. Там даже гений вернулся. Опять какая-то вот это что такое? Ближайшую никто не стал брать, да? Окей. Спидранеры, блядь. Честно, нахуй ближайшую. Ну хотя бы там... Погоди, у меня тоже. Готов? Да. Так, отче наш, ежи еси на небеси, да светится имя твое. Нельзя, нельзя. Ладно. Так что получается? Ну можно было побыстрее, блядь. А можно было, знаешь, просто вылететь нахуй. Где мы ждем, когда тип проходит просто? Вообще эту херню справа можно разбить, если так хочешь. Ладно, давай. Чел идет. А, забыл про это. Ну. Фух. Блядь.
spot check on the vault, so they know it's been robbed. The good news is, they have no idea who or how. And the cops are on their way, but you can still make it out undetected if you do exactly what I say. Просто что-то я очень медленно передвигался. Ладно. Найс. На жрачки тупо прибежим. Да-да, на жрачки. Да это, блять, это вообще похуй, что нас запалили, не запалили, это вообще типа ноль смысла, поправили. Ну. День, ночь, как магазин. Почти красиво. Да нет, поправьте, это вообще пофиг. Ну блин, конечно, нас сейчас будут палить или нет? Да, будут палить сейчас. Да, ну ладно, похуй. Ну сам ты мазафака. Да и скрул ю. Чел, бля, скрул ю ту. Бля, пиздец, меня прививает просто. Ну у тебя же еда фул. Да. Я ебать жру. Конечно жрешь. Брат, это не ошибка? Да, да это вот так вот, смотри, оп. Понимаю. Понимаешь? Награда беглец. Блять, типы. Молодец. Садись. Это где покупатель? Ну что, пойдешь налево вниз? Давай, хорошая идея. Блять, ну машина. Ну. А где они? Они в старом месте, где всегда, короче. А, понял. За заборчик, заборчиком, да, да, да. Когда начнется уже то, что типа копы? Здесь где-то надо понемногу наверху идти. Вот здесь вот, наверное. Блять, этот... Это ебучий да, вертолет, это просто ноль из 10. Да похуй на вертолет, направо. Я знаю. У нас видят что ли или чё? Нет, впадение. Да похуй. Икс на всякий случай, икс на всякий случай. Дальше пройдет. Дальше пройдет. Да я проеду сейчас, проеду. Стоп. О, здесь это, кстати. Блин, настолько потею, что их зачем-то нажимаем, блин, здесь. Очень долго. Очень долго. Стоп, здесь же можно чел, где-то... Блядь, да, чел, лестница, окей. Это никто не заезжает. Что делаем? Направо едешь дальше. Так там нет выезда, наверное. Вы проедете, посмотрим. Надо было просто выйти пешком. О, просто выйти пешком. Едь дальше. Да, мы хуйню сделали. Да похуй, мы там... И за 7 минут надо доехать. Так в смысле, блять, мы могли вообще нормально, если бы на этом... Как тут проехать-то? Уже 33 минуты было. Как тут? Андрей. Блядь. На! Я рот не помню. Ну, короче, это... Тревогу. Пешком просто. Ладно, тут пешком. Ну, должно быть так с нами. Я просто делался, что там вот, типа, с... Ладно. Стоп, а как мы там? А, мы на баге же, точно, блин. На баге были. Еще одна звезда копов, нахуй. Там тропинка была, подъем, алё, там тропинка была, бля, сори. Не заметил.
Садись. Блять! Ладно, похуй. Прям на типов сразу едем. О, гос снимем, может? Тобой время? Вот. Да. Стоп, а это же не здесь, типа. Это правее, Андрей, от нас. Вот здесь прямо. А не вот там, вот за этой херней, да. Привет. Чё, типы? Как дела? Вы шокировали? Какой-то рофл или что? Ой, блядь, иди нахуй! Блять. Ладно. Так сказать, 36-40. Мы минуты две, наверное, это проебали, ну ладно. Мы дохуя там проебали, да похуй. Так проебать. Платина, грац. Че, опробую? До нотки детектить не выполнено. Ну лучше по радио вряд ли, конечно, сможем продать свою жизнь. Объективно. Блять. Ладно, на самом деле очень хорошо. Ну могли там 35, грубо говоря. Ладно, отлично. Могли 33. 33-58 это вообще, если все сложить, типа. Ну, опять же, там, учитывая... Ну, ладно. Не, вроде прикольно. Там тропинка была, кстати, да, мне показала тропинку какую-то по карте. Я идиот не заметил ее, скорее всего. Надо будет посмотреть потом. Альт F4? Альт F4. Нет, я еще пока здесь. Не готовлю все. Я, блядь. Ты понимаешь, нам в любом случае сейчас придется агрессивно проходить.